Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Олокдог, Кинганчпук, Кокоас, Доргдраган, Чебузаврик и Суперментаун, какой-то странный никнейм, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. О, Мобис из жопы торчит лазерными. Всем привет. Сегодня у нас очень крутой ролик, потому что вышел офигенный пак на NPC, называется Dark Deception. Если опять укажете приятного аппетита, а у нас обзор на крутецкие NPC. Погнали. Первый у нас Агетта. Озвучка на высоте и 5 звездочек этого пака, поэтому надеюсь вам понравится. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, что она может? Ты можешь какие-то звуки? Она на пробел понажимай, все понажимай. Нажимаю. А, правой кнопкой мыши. Ой. Так, разговаривает. Ух ты, ты чё? Ты хоть предупреждай, когда будешь бить. Ты неадекватный, что ли? Только звук ха! Так, ты псих. Так, будем сейчас, короче, проверять, сколько у них жизни. Я беру пулемет, который реально мне нравится. Ты готов? Да ты стал злее намного, у тебя глаза краснючие. Да подожди ты, псих, успокойся. А ну и дай еще разок. Нифига, ну давайте попробуем АР-2 шары. Мне кажется, это очень будет действенно. Да сколько жизни у тебя? Да я не бессмертный. Вау. Да, это бессмертный, представляете? Да нельзя убить. Хорошо, это NPC бессмертный, я понял. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что мы поставим в конце все NPC и будет жесткое выживание. Но эту телепиздриху ставить не буду, она бессмертная. Chief Monkey. Офигенная озвучка, да, круто сделано? Смотри назад. Да. У него ключи крутятся. А ты можешь что-то похлопать в ладошки? Ну-ка. Правой кнопкой мыши, не? RF. Ничего не нажимается такого, не? Б-не-ле. Не-не. А ну-ка, лупани меня. Ух ты. Неплохо, неплохо. Нифига себе он быстрый. Так, проверяем, сколько у него жизни. О, а это смертный. А этот смертный. А ну-ка, давай мы его сейчас поставим, все-таки попробуем замочить. А чем его замочить? Монетка. Ой. 7000 жизни, смотрите, нет. Нет. Не хочет. А что такое? Может, это оружие не берет его конкретно? Шары Альва. Ой, слышу. Дамаг наносит, слушайте. Сейчас он проиграет, смотрите, еще пару выстрелов. Да что за бред, ты не умираешь. Да ничего не происходит. Как тебя убить-то? Хорошо. На, попей. Поехали дальше. Клоун Гремлин. О, прикольный. Лепиздрик. Ух ты. Осторожно. Псих. Еще разочек. Тихо, шарик. Да мы же обзор делаем, подождите. Ну, я буду банить сейчас, кто будет фигней заниматься. Я случайно... Что он может? У него такие зубы. А ну, правая кнопка мыши, ничего? Звуки не издает. Нет. Блин, он такой стрёмный. Да хватит. Но они все, видите, там может с одного раза. То есть это мощные монстры. Ух ты. Ну, нормально, нормально. Ты чё? О, с одного раза умер. У него мало жизни. Он такой, знаете, слабый. Дум дубки. Ого, чё за каменная утка? Пельмень. Что за пельмень? Точно, что пельмень. Утка-пельмень. Уточный пельмень. А чё она может? Смотри, лови. Ух ты, а чё это такое? А ну попади по мне, а ну попробуй попасть. Это пельмень. Офигенно оружие, получается кидает какими-то штуками. Ух ты. Какой милый. У тебя такой прикольный звук челюсти. А ну кинь ещё это кабаками, как ты кидаешься? Во, о, 30 хп отнимает эта штука, Овина. Три выстрела. Ну, получается, где-то 4-5 тысяч хп. Дред Дуки. Дакки.
О, это просто каменная штуковина, да? Что она может? Вообще достаточно. О, да ладно. Блин, ну прикольно же сделано. Я даже не ждал, что ноги вылезут. Опа. О. Да ладно, получается, как прятаться, да, можешь? Чипоник? Ноги из дерева, смотрите, деревянные ноги. Неплохо, неплохо дамажит. Недолго. Ну-ка. О, смотрите, цвет поменяла. Глаз подбитый, красный же. Не, не могу убить. По ногам. Дамажьте, дамажьте курицу эту вонючую. Да отвали. Хорошо, у нас дальше надо всех успеть посмотреть. Ой. Gold Watcher. О, что за статуя? Ты куда? Эй, статуя. О, успел. Селился? Да. Он просто убежал так быстро. А что он может? Да ладно, неадекватный псих. О, у него еще разные, получается, позиции, когда он стоит. Смотрите, разные позы. О, вот такой вот есть. Ну-ка, проверим его жизни. Хорошо, а. Они мощные. Голиат клоун. Ого, какой он гигантский. Зубы слушай, такие звук. Острые. Получается, он металлический или что? Во, реально ой, он стрёмный. Вот такого ночью встретить на улице, ну как бы будет не по себе. О, так ты можешь еще дамажить. Офигеть, они мощные? О, не цвета, они взрываются. Да ладно. А, это вы их взорвали? Ха-ха, я понял. Это тот же челик маленький. Да-да-да, они легко убиваются, у них и жизни мало. А ну, лупани меня. Бум, кулаком по башке. Неплохо, неплохо. Хорош, мне нравится этот клон. Пока весь этот больше всех мне нравится. Ребята, вы напишите в конце ролика, какой больше всех понравился вам. Этот прикольный. Но может будет и лучше дальше. Ну что, проверяем, сколько жизни у тебя. Ну-ка, где мои шары R2? А. Ну, это было довольно-таки просто. Так, малек. О, что за дьявол? О, это главный злодей. Антагонист. Да? Mm. Что он может? Ого, вот это подача, неплохо, прям UFC. Хорош. Подожди, что-то... Ага. Я тебя убил? Не-не. О, нифига себе, ты не видел, можешь вставать? О, а чё со мной? Ты... Мы не могли двигаться. Офигеть. Офигенный челик. Мама Бирбос. Уго. Что это за штука? Да ладно, чё у неё в руке? Эй, у неё эти, смотрите. Во рту какие-то штуковины. Эй, отвали. Она за мной. Да отвали, штука. Морская мина. Да отвали, штука, от меня! Да что ты за мной катится? Скажите ей. Вы фигач, фигач. О, пусть на него переключивается. Офигенно. Не, ладно, больше всех пока мне это нравится. Круто, еще есть такой режим у него. Хорош. Мама Бирмини босс. О. О, что это за штуковин? Ого, она бьет по башке, по 10 кп отнимает. Да отвали. Ну-ка, много жизни, не? Отлично. Так, манекен. Я не помню, что такое. Манекен. Манекен. А, вот. Чё он может? Ничего не может. Эй, а ну задамаж, задамаж. А ну-ка, давай, давай, покажи. Ого, нифига себе, скин меняется. За два раза, да, дамажит. Манекен псих. Нифига себе. Хорошо. Мурдер манкой. Пошел, вот пошел. Вот он классический. Это стандартный, да? Да, вот это самый стандарт. Че он может? На контуру ничего нет. Блин, у него вместо рук что, нет. Кинжалы? Да. А ну лопани. Нифига себе. Видели, как он... Это у меня убивалка, обезьянка. Прикольно. Вот ролик с этой обезьянкой записать. Успокойся, я тебя боюсь.
Давай в следующий раз. Фантом малек. Воу, круто. Дофига себе. Че он может еще? Да я понял, ты псих. Осторожно. Так. Прокджет Джойкил. Ой, не тот. Угу! Робот, обезьяна с петушиными головами и свининой. Че это кинул? Яйца. А ну попади по мне. А, ну не дамажит меня. Не дамажит. Вот. Ого, зато он руками хорошо бьет. Неплохо так. Не-не-не, не дамся. Я хочу еще жить. О, смотри, я когда его дамажу, он клинит. А, три шара всего. Сильвер Ватчер. О, еще одна статуя. Куда? Статуя. Это самая стандартная, если не ошибаюсь. Что она делать может? Самое. Тот, кто был светлой, походу, босс был, должен быть. Ого, у него челюхи страшные. Эй, успокойся, псих. Дамажьте, дамажьте этого челепизника. Да ты не сможешь меня... Ладно, сможешь, сможешь. И остался последний Титан Ватчер. Вот он. Нифига себе Гигантус Абацрантус. Он быстрый или нет? Он топорами кидается. О, да как ты это сделал? Он его убил. Да ладно, ты что, убился он так? Уменьшился и так прикольно. Ну что, ребята, как и обещали, жесткая последняя волна. Я тоже поставлю бессмертный, пусть все будут. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, я вам не завидую. Всех по одному. Нам жопа, пацаны. А не, не жопа. Так, NPC, подожди, даже лимит сработал. Но это нас не остановит, потому что мы психи, и нам надо много NPC. Психичка обезьяна. Здоровенный робот. Я вам не завидую. Так, я сейчас отличу, возьму оружие и включу их. Вы готовы? Это... Да. Так, оружие. Да. Ну я что, ребята, то, что вы любите, самое жесткое, это мочилово. С NPC-шками. 3, 2, 1. Пошла жопа. Полетела. Они что, между собой дерутся? А нет, я думал, нет, между собой должен. Дерутся. Так, за мной же побежал кто-то. Хочет меня убить. Давайте будем вот тут, как всегда, их запутывать. Надеюсь, у меня получится. Так, обезьянка-психичка бежит. Отвали! Да ладно, ну блин, поймал, ты что, как? Да блин, далеко же был. Так, я вооружен. Ну что, тварь? Манекен. Ай-яй-яй-яй-яй, отвали. Неплохо, неплохо, за мной все бегут. Пацаны, а вы где все? За мной призрак бессмертный. А, понял, тебе не сильно повезло. Я убегаю максимально быстро. Я буду спрыгивать. А, упала, упала, да ладно, надо было не спрыгивать, блин. А... Эта штука сейчас мне еще лупанет. Че, никого еще не убили? Не убили, сейчас убьем. А, статуя, отвали. Убили, да, уже? Есть, отлично. Молодцы, молодцы. Респект. Так, пока я на статую смотрю, она мне ничего не делает. Давайте оружие помощнее возьмем. О, у нас же есть вот такое оружие. Я тебя убью, тварь? Да ладно, что ж тебя берет тогда? Лазерный меч. Призрак бессмертный, не бить. А статую мы убивали? Не помните, статуя убивается? Вот эта утка нет. Это я ему сверлю. Статуя, не знаю. Упок, ничего не получается. Хорошо.
У нас есть еще оружие мощное. Сейчас я его возьму. Где наш пак любимый здесь? Мощняцкий мод. Ах ты, блин, пока оружие... А, вот так значит? Где моя снайперка козырная? Так, ты что, дьявол горячий? Че он горит? Вы его подожгли? Я его пытался. Та дьявол вонючий. Я так расслабился, думал, будет так все весело. А не, они психи. О, вот что надо. Я нашел, ребята, что нас спасет. Ай-яй-яй-яй-яй. Подойди, спастись. Нас спасет, только едем на бой. Спасет, 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 смотрите. О-о. Вот что нас спасет. Надо вот тут кинуть проход, чтобы они не проходили там. Все, загораживаем проходы. Я беги, бери РПГ, я тебе дам. Хочу. Тварь. О, они на гранату бегут и умирают. Где, 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 где? Дима, есть вариант. Нет, не надо, я хочу их убить все-таки. Мы сможем, пацаны. Мы ж не слабые. Нет, они смертные. Мы же убивали их. Он, смотри, умирает потихоньку. А призрака бессмысленно точно бить с ним. Да? Они бессмертные составы. Они смертные. Ай-яй-яй. Так, конченый призрак. Призрак, это понятно, конченый. Что там делаешь? А я небольшое количество бомб скину, но мы все же останемся живы. Ой, они в воду попадали. Живы, видите все? Да. Они живые? Живые. Да. Хорошо, я чуть-чуть мощнее бомбу скину. Немножечко она будет мощнее. Не надо. Надо, надо. Дима сейчас атомную бомбу скинет прямо сейчас. Не, это не атомная бомба. Это ядерная бомба. 3, 2, 1, 0. Пуск. Оно просрало. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бульбазавр, Нига, King on Fire. Как всегда, очень много подписчиков и подписчиц. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень крутой ролик, потому что мы будем делать обзор на монстров из игры или дополнения Cry of Fear. Cry of Fear. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас рубрика «Какой монстр самый крутой?» 60 хп. Могу просто взрываться. Могу просто убиваться. Странные, да, у него крутые ножички? Так. И... Я знаю, что думаю, это типа один первый младенец, а второй это уже сам ребенок. Да-да-да, вырос, психу такой вот неадекватный какой-то, очень классный. А ну-ка, давай, иди сюда. Убитейшн. А, он походу еще и кровотечение наносит. Так. Китал Праб. Прикольно, да, вообще? Какая бабка бешеная. Ребят, мы будем использовать этих NPC-шек в наших дальнейших роликах. Я добавил их в коллекцию. Все ссылочки можете найти в нашем Дискорде. Ссылочка в описании. Нас уже 24 тысячи человек. Заходите. Бешеная бабка бегает и орёт. Анимация круто сделана. Озвучка на высоте. Лупит по красоте. Погнали дальше. Кравлер. О! Ого, слышишь, чувак без ног и бьет молотком. Мне нравится. Больно. Ребята, напишите потом в комментариях, какой больше всех монстр вам понравился. Потому что здесь солнце очень много. Да, у них какой-то, кстати, есть эффект у каждого. Следующий. Crazy Runner. О. Да ну легче. Это какая-то девка бешеная вообще, ненормальная. Да тебе дядя Вася напал. На. Смотри, какая бешеная. Кстати, это реально очень похоже с какого-то фильма или игры. А сейчас же как называется? Ну чё? Я вспомнил, как называется эта игра и фильм есть. Silent Hill. Такие же чокнутые бабы с ножичками. Так, всё, отвали, я тебя боюсь. Кроучер. О, чувак вверх ногами бегает. Это реально угарный челик. На тебе леща. Как он бьёт? Он молоточком бьёт. Прикольно, ну. Да, он замедляет, кстати. Гимнаст, знаешь, да? Эй, ты же говорил, что он с одного раза не убивает. Прикольный пчелик. Ай. Вертогами ходит. Так, хорошо. Следующий у нас. Face. Face LS 2. Что это за осьминог?
Слышь, как оно ходит вообще странно. Что-то за кабака странная. Реально хоть поржом. Смешно, слушай. Прикольные монстры, но анимация чувак сделал странная. Я вообще не думал, в Гаррис Моде такие анимации делают. Крайфир такие анимации. Ну да, это ж с игры. Все скопировано в точь-точь. Знаешь, что такое, гуляешь по темному городу, а тебе такая шняга. Эй, отвали, шняга. Короче, дальше, удаляй. А чё это? Вот так вот, смотри, что у нас есть. Во, вообще о, жесть. Помню, фастер. На ай. Тебе. Прикольно. Можно, кстати, сделать битву, да, между ними? Ну, как вселиться ты, допустим, и я, и в разных, и битву замочить. Да, но это мы будем использовать в следующих сериях, не будем спойлерить. Не знаю, знаешь, можно как-то сделать так, чтобы они прям друг на друга, прям сотни. Так, смотрите, что у нас дальше? У нас есть Крипинданеж. Что это за название? Что это такое? Какой-то странный челик. Слышь, успокойся, псих. А что у него на голове? Мешок? Это голова, да, дергается у него? Ой, они больно бьют. Удаляем. Так, хорошо, давайте заново поставим. Пошел. На, по башке. По пузу. Ой. Этой кабакой. На, двоих сразу. Вот это псих, мне он нравится. На. Бил одного, попал по другому. Как это работает? У него большой радиус действия. Ого. Такой звук, как будто по деревянной по голове. Деревянная башка. Дай пирожка. Хорошо, он на меня напоминает на одного соседа. Да-да-да. Есть такой, да? Ты как у него правая нога изгибается? С палкой идет на тебя. На, говно. Тобой. Так, хорошо, это был босс. Следующий у нас... психа. Эй, слышь, топоро, псих. Иди сюда, псих. Эй, там меня бьет, блин. На тебе по башке. Эй, ты какой быстрый. На. Ай. Шаум, он, ну, ну да. Ах ты жопа. Тех первых. Чё он такой быстрый? Я не знаю. Хорошо, давайте удалим его, он реально неадекватный. Не надо вселяться в них, пусть они сами. О, рандом монстр. Опа. А ну. О, ладно, ладно, я понял, это те, которые дальше есть. Давайте, рандом монстр спаун. А это спаун, это их спаун. Воу, офигеть. So crazy. Короче, so crazy, короче, бешеная пила. Какой вообще волосатый челик, мне он нравится. И две бензопилы, слышите, как жужжит? Это жонглёр какой-то. У меня такое ощущение, что он это, рок слушает. Вот это он нормально. Четко, да, работает бензопилами? Какой-то вид танца слушания делает. Слышь, знаешь, в чем прикол? Мы можем его, допустим, увеличивать. Представьте, да, мы можем в ролике его сделать давай. Просто гигантским. А зачем там поджигать его? А я, он не будет сейчас дамажить, я отключил этот. Лучше, прикольно. Классно, да? Мы уже можем увеличивать, и он не будет нас бить. Увеличить. А теперь... Включить столкновение. Погнал. А, это то, что он высокий не попадает. Эй, слышь, уменьшай его, этого психа. В Гаррис Моде теперь сделали полноценное откидывание тени. Вы заметили? Раньше такого не было. Он не попадает, его надо уменьшать. А ну давай, до какого момента надо уменьшить, чтобы попал? Еще, еще, давай, давай. Я верю в себя. Все, хватит. Во, вот таким, нормально, великашка. Пошел, пошел. Хорошо, у нас есть другой босс. А, это был не босс, а теперь идет босс. Саурунер босс. Ого. Вот это он орёт. А, что-то мелкий дробок. А давай его уменьшим, кстати говоря. О, чилипиздрик маленький, иди сюда, щенок. Если бы еще бензопила начала бы, да, жужжать меньше, было бы прикольно. Ого, троих сразу. Какой-то неадекватный чилипиздрик. Слышь, а вы можно еще меньше сделать? Типичный юзер нашего дискорд сервера. Я его уменьшил. Давайте еще уменьшим. Если успеешь. Так, уменьшить.
Блин, теперь попасть тяжело мышкой. Слышь, иди сюда. Ладно, щенок неадекватный. Так, следующий у нас, знаете кто? Сауэр босс. Опа. Такой на подкрадулях. Ой, четко бьет. Смотрите, у него в голове какие-то штуковины, да, вставлены? Это он и иголки сбил, просто он просто чуть-чуть. Ненормальный, да, какой-то неадекватный? Офигеть, у него мозги сзади, что ли, на спине? Офигеть. Пошел. Да. А что они все с бензопилами ходят? А я не знаю. Так, следующий у нас... Севмо. О, рагуль какой-то. О, у него язык, видел? Ого, неплохо. Не надо уменьшать, пусть какой будет, такой будет. Хочу рассмотреть его. Бежит. Вот, блин, хотел отпрыгнуть в последний момент, но все равно дамажит. На тебе. Че он такой больно? Не знаю. Слоувер один. Нифига себе, слоувер. На тебе, леща, на... молоточком бьет. Кто неадекватный челик. На. Ой, двоих сразу. По башне бьет. Это дедуля. Так, хорошо. Слоувер 3. Эй, слышь, панк. Ого, ух ты. С какого-то фильма напоминает. Напоминает с пятницы 13, да, челик? Да. Хотя он не с молотком бегал. Ну, маска сама похожа вот эта вот. И псих такой же неадекватный, волосы за спину. Нет, не из пятницы 13, а с другого, там вроде такой чел. Словер стук. А это что, у него щупальцы из головы торчат? У него тоже молоток. О, гон, лупаша, не, пацаны, не. Рубит вас, как щенков. Попытайся, чтобы он тебя ударил. Давай. Он замедляет меня. Я не могу бегать теперь быстро. Выживалку, да, можно с ним делать такую прикольную? Да, можно такую страшную карту. Слышь, успокойся, псих, я его уже боюсь. Можно хоррор записать, слушай. Словерно. А так, только башка другая. С бензопилами бегали, теперь эти смотрят. Да, странджер. Я когда смотрю, он меня убивает. Ой, отвернитесь. Блин, но он не ходит, он просто стоит и дышит, как додик. Нужно, может, отойти куда-то, как можно дальше. О! Он уже с пистолетом ходит. Ну, он сам себя убивает, реально. Называется суицидер, обратите внимание, как прикольно смотрится. Стреляет, а потом все в бошку. Слышь, успокойся. А, он, наверное, когда один раз стреляет, потом себя... Ого! Вот это монстр, здорово! На тебе кулаком в голову! А ну меня лупани! Да не, лучше бы ты меня не бил. Слышишь, земля, да, трясется, когда он ходит? Так. Да, земля трясется, реально. На! Вообще жестокий. Упер. Опа, чувак, псих со звонка, братуха. Вот этот мне больше всех пока нравится из этого пака. Неадекватный челик, который бьет с вами с руками. Ногой бьет. Слышь, попади сначала. Че, нормально дамажит с трех ударов? Вот это жесть. На тебе. Ногой по башке. Хорошо. И последний. Ватру. Воу, рука бешена, успокойся. Она замедляет, я потом не могу ходить. Вот и щупальца. А, она только с одной стороны бьет, смотри. Да. Пацаны, знаете, что мы сейчас сделаем? Готовьтесь. Это ж я так и сделал, рандомная штука, она тупо разных, да, классно? Не, я не для этого сделал, я хочу их взорвать, посмотреть, кто выживет. Так что, пацаны... Здоровье, да? Счастье, здоровье и благополучие, карьерного роста. Обращайтесь. Ей-ей-ей. Они по всей карте разбегаются, надеюсь, успеют. Ой-ой-ой.
кстати, этот пак их берет. Кстати, они выжили. Давайте посмотрим, кто... Боссы выжили, да, высокие? Боссы выжили. Некоторые боссы выжили. Пацаны, вы просто убегайте, пожалуйста. Убила всех. Нет. Боссы еще остались. Да что за бешеные человеки? Вижу, вижу. ХП. Подожди, давай чекну не ХП. Улетай. 1000 ХП у них. Это было много раз. Проверять через контроль, у них ХП. Дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Данила, Крошка-Крошка, Васаби-Скромник, Енот, Чубозаврик, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень крутая серия, потому что вышел новый пак NPC мемы. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас веселый обзор на прикольные моды. Погнали. Ну что, первый у нас Буз. Ребята, напишите в конце ролика, какой же больше всех NPC вам понравился. Пацаны, и тоже вы, как вы думаете, похоже на базу? Вы угадали? И музычку, кстати, нельзя удалить никак. Так, давайте проверим, что они могут. Опа, оп. Убивает? Он умеет бить. Он не убьет. Да бей. Стоп, стойте, кто-то вселил, не надо вселяться. А не, он не бьет. А если его ударить? А ну удари, удари, удари его, да, я включил. Сбивай его. Игнорировать, да? Не бьет. Не бьет. Хорошо, давайте, следующий у нас Фродо. Фредди. А чё у него такое название странное, да? Блин, прикольный. Искаженные. А он бьется, не? Не дерется? Надо. А ну пробуйте вселиться, а ну давайте. И ударь. А он ого, нифига себе. Да ой, он дерется. А чё до этого он не бил? А он застрял, по слили. Так, выключите и выключить. Бейте его. Хорошо. Ребята, досмотрите до конца, в конце мы поставим всех NPC. Но очень странно, почему они не атакуют? Они атакуют! Ого, смотри! Что ты за челепиздрик? Отвали от меня, ты дурак! Тихо, 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 тихо! Вот, давай до этого челепиздрика, да мне не надо! Да отвали! Ух ты! Кстати, Серега, сделай так, чтобы он тебя убил. Он так хватает, такая прикольная анимация, очень офигенно сделана. Какой-то неадекватный псих. Успокойся, не надо нас бить. Ого, он прыгает. Он прыгает, шизоид. Какой-то шизофреник. Не, он не первого. А это не Балди? Нет, это Линк. Это Линк. Ну это, короче, родственница Балди. Хорошо, давайте дальше, потому что все понятно. Пукмен. Это странно. Пукмен, да. Опа, опа, опа. Ого, его кидает. Вы видели? Офигеть. Смотри. Ого. Нормально, нормально. Я хочу от него умереть. А куда он выкидывает? Я так и не понял. Батман. Ну, вверх куда он швыряет. Это неадекватно. Просто воздух. Так, ну пока больше всех мне этот NPC нравится. Прикольная NPC-шка. Да, Серега классно летает в потолок. Так, подожди, стой, псих. Успокойся, у нас еще в конце будет очень мощная битва. Пурикинникал. Это сейчас, короче, заклинание какое-то будет. Это у нас какой-то Фокси. А ну вселитесь с него кто-нибудь. Мочит, не мочит? О, ого. Мочит. А ну ударь меня. Там музычка играет. Ух ты, троих сразу, да ладно. А он просто убивает без анимации. Может пострелять надо в него? Хорошо, хорошо. Сквивуд Пинкалес. Ух ты! О, прикольный! Прикольный, реально челепиздрик. А мне он нравится. И мне он нравится. Эй, отвали! Ого! Так, знаете что, мы не проверяем, сколько у них жизни. Надо все-таки какую-то ружку брать и помочить их. А ну давайте, нагибатор 2. Он телепортируется, что ли? Мочите, мочите этого Сквидварда, психа. Ну, у него жизни много, да? Эй! Да псих, смотри, руками телепают. Дурак, а? Да отвали! Блин, он телепортируется. Да
ты смотри, что делает, неадекват какой-то. Так, все. Ладно, мы его оставим в конце, хорошо. О, Томус. Прикольный паровозик Томас. Все, Максима забрал. Паровозик Томас и его друзья. А ну вообще, ух ты. Просто давит. Ну да, просто давит. Тю-тю. Паровозик, который смог убить все. Паровозик, который смог. Это номер один, пацаны. Он телепортируется. Нормальный такой паровозик. Жизни много у них у всех. Так, надо брать, наверное, пистолет админский, проверять, сколько жизни. Так, админским пистолетом убивает. Да, он умирает. И просто мне казалось, что у них бесконечные жизни. Но нет, можно убить, так и так убить. Телетубри. Туби. Опа, прикольный. Телепузики. Телепузики говорят пока. У них телевизора нету. Хорошо, давайте еще раз так поставим. Давайте с другого оружия. Все-таки мы, может, его снимем. Ой-ой-ой. Ух ты. Чего, ебать? Зарязала. Не, ну ты за что меня убил? Ай-я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 й. Да ты что? Ах ты, смотрите, как пробивает рукой кишки. Какой-то жесткий челепедрик нам попался, неадекватный. А ну иди сюда. Ты смотри, пацаны, он очень жесткий. Такой мясо творится у нас. Бейте его. Хорошо, хорошо, хорошо. Вуди. Ух ты, смотрите, какой Вуди прикольный. Ребята, настроение классное. Если вам поднимает настроение мои ролики, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И не забываем заходить в наш Дискорд, потому что Люба может записать с нами ролики, поучаствовать и поугарать. Все ссылочки в описании. Я еще руку поднял. Так. Давайте он пусть убьет. Какого будет анимация у нас? А он не убивает. А, не убивает. Ух ты. У него так челюсть свисает как-то странно, да? Ты что? Это псих. Как вы думаете, вообще его реально убить или нет каким-то оружием? Да. Можно, да? Хорошо. Живучая, живучая. О, давай, анима у нас оружие черного очка. Ющи. А я просто видел то, что она обновился. Ух ты! Ха! Прикольно, это такая музычка веселая. И умочит. Это из Лунтика. Да? А кто это? Это из Лунтика. Дробовой. Гусеница? Он завис, пацаны, мочим, он завис. Нагибаем, нагибаем его. Может его... А, он телепортируется, ах ты тварь. Ай-яй-яй-яй-яй. Нифига себе он мощный, смотрите, на живот ложит и ест потом людей. Дима, сколько мое оружие? Да нормально, пойдет оружечко у тебя. Ребята, как и обещал, сейчас будут ставиться все NPC одновременно. Ты чего? Не, я случайно это буду делать. Запасайтесь оружием. А мне бесконечные патроны. А может сразу орбиталкой бахнем по ним? А может сразу админскими пистолетами? Ну давайте, сначала мы сейчас немножечко повыживаем, а потом их будем гасить. Ну что, выживание началось. НТТ можно ставить? НТТ можно ставить? Нет, не надо НТТ ставить. Хотя пушки поставить НТТ, ставь. Только пулеметы тебя не спасут. Ну ставь, да, только ты их не убьешь, мне кажется. Ой-ой-ой-ой, они все за мной, не все за мной. Помогите. Нормально, бежим, все четко. Так, ого, они прыгают. Да не обалдеть, что ли, прыгают как. Ну что, они не спрыгивают ко мне? Не спрыгивают. Ой, Фредди пришел. Помогите, пацаны, помогите. Они сзади бегут. Это жестко, это очень жестко. Пацаны, вы живые там, нет? Вот это вакханалия у нас. Водичка играет, все играют. Где они все? Вы хоть убили одного? Уже несколько. Молодцы, молодцы. Надо в проход стрелять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, Астрекс. Обстоятельства. Мочи, мочи их. Ой-ой-ой. Нифига себе, взрыв был мощный. Ух ты. У нас ребята, как всегда, мочилово. Отвали, парни. Ах, меня в живот штрикнули. Дима, беги их на нас. Да это же что творится, смотрите, вакханалия какая-то у нас творится. Ого! То, что вы любите, ребята, то, что вы любите больше всего, мы это всегда и делаем. Веселимся.
отвалите. Эти мемы, они какие-то неадекватные. Так. Ты что делаешь? Взял, взорвал всех. Не, они живые? А они живые, да ладно. Пол карты закрали. А какой-то труп. Щупальцы валяются. Серега, бомба полетела. Прощайте все, прощайте. Живые? Они живые. Они живые, этого мало. Которую я стрелял 155 калибра, она их возносила, кстати. Дима, можешь это использовать? Ладно. Так, Серега, давай еще раз попробуем их взорвать. Делай мощную взрывчатку в середине, я поставлю вокруг NPC. Так, отключаем, чтобы они нас не убивали. Все-таки мне хочется их взорвать. Только надо другую бомбу какую-то, наверное. Все, я понял. Сейчас будет. Это жесть. Я уже подготовил бомбу. Отходите, если что. Сейчас. Ух ты. Где ты, Серега? Я тут это. Сверху. Ого, что над нами? Еще гриб сходит с твоего взрыва. Все, полетели. Полетели. Ребята, напишите в комментариях, выдержат они мощные взрывы или нет. Бомба, а не бомба, ты че? Они же должны, да, таких пака? О, умирают, Серега! Умирают! Они все умерли. Нет. Вроде живой. Кстати, это самый живучий оказался, да, из всех. Ну, да. они а ну давай еще на него фигач бомбу. Сейчас. Давай, мы надеемся, что мы его сможем замочить. Блин, прикольно. Самый живучий оказался. Ой. Он все равно жив. Дима, он живой. Да ладно, он должен был уже слиться. Серега, еще он надо кидать. Умирает? Еще кидай. Мне уже узнали письмо. Есть! Есть! Я видел, как он умер, я реально видел. Ну что, это получается... Я знаю бомбу, которая... Говори. Я знаю бомбу, которая бы его вынесла с одного, скорее всего, взрыва. Давай, вот, давай, очищай карту и поставим его. Давай проверим. Угу. Сейчас, очищаем. Так, вот я его ставлю. Ну давай. А что это за бомба? Не, она его не вынесет, да, Серега? Не вынесет, ты чё? Ты чего? Она просто масштабная. Давайте админскую бомбу доспавним. Давайте реально админскую. Не, а я уже спавнил, ребят. Не, их убивает только с Гренвича. Короче, я сейчас поставлю и покажу, только не ставьте. Давайте я покажу бомбы, которые их реально убьет. Сейчас. NTT. Гренвич. О, я знаю, что я хочу проверить. Проверяем. Я с этой штукой и стрелял. Убьет? Она мало на нас. С вами Димас, Крошка, Гусанек, Радекс, Ваня, Васабискромник, Данила, Хелтфан. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Серега, не бань. Сегодня добавили очень классный мод, который мы уже делали раньше обзор, но его обновили и добавили еще два пака классных NPC. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас обзор на Slender Fortress версия 2. Погнали! Ого! Она быстро, она жестко. Жестко, да, убивает? Да вообще. Оп, стоп, выключаем. Так, давайте проверим, смогу я в нее вселяться. Стой, подожди. Стоп. Я случайно... Вы не стреляйте, подождите, я отключил ее. Давай. О, во, я могу теперь бегать за нее. Опа. Так, а ну-ка давайте, мочите, проверяем, сколько жизни. Давай. Классные скины. Может, когда-то используем в роликах. Ого, дырки остаются, но ничего не происходит. Многовато жизни, пацаны, многовато. О, смотрите, мне прям запекается. Готово. А у Воки. Раньше он был 2D-шным, теперь он 3D-шный. И такой вот прям прикольный челепиздик. Погнали, смотрим, что он умеет. Майкл Джексон. Вон быстро. Ой-ой-ой, я хотел в последний момент прыгнуть, но не могу. Не, ребята, он очень мощный.
Досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы поставим всех NPC и будем выживать. Будет очень круто. И на моем канале теперь можно стать спонсором и получить классные роли, плюшки и эмоджи. Так что смотрим и не теряемся. Убили, молодцы. Кладия. Воу, что у нее с глазами? Посмотрите, пожалуйста. У нее, пацаны, это косоглазие, это реально косоглазие. Дима, давай, включи чай. Ты прикольно бегает? Воу. Спайдермен. Псих. Ой, уйди. Так, давайте, как она бьет. Нормально. Ого, за ней прикольно играть. Она такая быстрая и бьет с одного удара. Опа! Для роликов использовать. Опа! А, ты думаешь, что уклоняться будешь, что я тебя убью? Конечно, не убьешь меня. Зря ты так говоришь на меня. Я осьминог. Смотри, смотри, главное подловить. Подловить. Только не по мне стреляйте. Нет, Дим, это так не работает. Ладно, ладно, ладно. Ну прикольно, прикольно, Челепиздриха, мне нравится. Она прям какая-то поглотительница пуль. Мне кажется, у них по 10 тысяч жизней где-то вот так вот. Да. Корруптер Джейсон. С мультика История игрушек. Мексиканец. Такая страшная. Псих тоже опять. Как она так бегает? Она когда бегает, она как будто назад идет. А ну проверь, как бьет. Дима, не все так быстрые. Дима, может, это ты читы используешь, что они? Да блин, она как-то странно очень бьет. Ну, тяжело по ней это ей попадать. Хорошо, давайте. У нас их очень много, надо всех успеть посмотреть. Так. Вот такой вот челепиздрик у нас есть. Это Вуди. Да. Я сейчас. Офигенный, да, челепиздрик? Он офигенный. Дейт Клау. Офинтед, как и монстр. Кто? Кто такие? Офигеть. О, чубик обалденный. А он такой быстрый, кстати. Валяйте. Ну, такой. Мне кажется, он более слабее. Вуди сильнее будет. Фрэнк Манера. Смотрите, какая у него пила в руках. Ого, он странный. Так у него лицо такое похожее на кого-то. Мне показалось, что его лицо похоже из GTA 5. Да, Тревор. Тревор. Догадались. Это он только мне одному показалось. Офигенный бензопилист. Смотрите, как у него походка прикольная. Смотрите. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, Холдфан, ты чё, не пользуешься оружием? Обстоятельства. Коромажима. Воу. Офигенно, да, челепиздрик? Так, значит, я вселюсь. Фа. Ого, он крутит вертухи. Офигеть. Он головой в живот. Офигеть, он бьет. Замочили, жизни не так много у него. Хэр. Ого, ты в лицо выстрелил с дробовика, это было мощно. Нифига себе, она убивает. Блин, такая прям статуя стрёмная. Ставьте ночи повыживать с ней. В ночной карте. Это крипово. Это будет очень крипово. Дима, слабее. Ансанити. Так. Ансанити вот такая у нас есть. Сейчас посмотрим на всех, что у нас в этом паке остались. Рейдж Снайпер. О, это тоже. Да, остался. Сау Рунер какой-то. Их переделали, он уже не такой. Улучшили. The Rake. Ой, Rake вообще не такой. Он вообще какой-то стрёмный. А чё он такой вообще стремноватый? Как скромный. Смотрите, как сделали шерсть на спине. Для Гаррисмода необычно, да, графон такой? Да.
вообще-то бит до халфан. Сам ты стрёмный. Так, давайте дальше. Давай. The Rake. А, есть. Villager. А, помню этого челепиздрика, да. Villar. Якудза Кируи. Что это? Якудза Кируи. Ёрошку таным. Вообще же... Ура, с коленочки! Музыка прикольно играет. Прикольно, да? Смотрите на меня, пацаны! Давай! Ого, он псих! Так, вилладжер. А ну-ка, давай, вилладжер. Нифига себе. Рейк. Тихо, тихо, Димас. О, бензопилист. Разречался. Ого, я бегаю, смотрите. А чё мне с походкой? Как-то странно, камера так работает. А бег. Хорошо. Да, иди сюда. По башке тебе. Так, я его в каком-то паке уже видел, этого монстра. Похоже, копируют их. На популярный какой-то. Так, мы поняли. Так, мы уже вселялись, похоже. Поехали дальше. Босс. Ариапе какой-то. Они тут все боссы. Астольфо. Больше, еще больше. А, маленькая, да? Я ее оседлал. О, у нас еще что есть тут? Клаудия. Ой, вообще жир. Курукты Джесси. Куруди Води. Ой, вообще стрёмные. Инсанити. Ну что, пацаны, вы убегайте. Я сейчас их включу. Три, два, один. Поехали. Ой, я даже не успел. А чё они так быстро бегают все? Ого, скример. Убегай, Димка. А, можно вот сюда забежать. Мне кажется, они не успеют сюда забежать. Берите. Мне кажется, они не догадаются сюда дойти, да? Давайте посмотрим, смогут, не смогут. Дима, а ты ого, где? Они лазят, вы видели? А ты где, Дим? Они сейчас залезут до меня. Надо валить. Димас, давай. Ух ты! О, блин, я так дернулся. Димас, бери Гордона Секрета и бегай. Да не, я хочу так повыживать по скиллу. Ну, я ж не ты, читер вонючий. Бегайте со своим Гордоном Секретом. Ну, это же ж как, ну не то. Че, пацаны, получается? Я могу вам помочь, хотите? Тварь. Ты моих подписчиков будешь батон крышить? Ай-яй-яй-яй-яй, прикольный скример. А что будет дальше? А, не, просто Дима, вот так вот. Так. Всех убили, не? Нет. Эй, отвали, это психичка за мной бегает, я ее боюсь. Где она, где она? Ай. Вот она лезет. А, не, она не лезет. Она по стене, по стенам лазит очень жестко. Ух ты. Так, Entity, давайте все-таки пушечку эту поставим, мою так. Любимую. Стреляйте по ним! Отойдите! О. Блин, не вижу! Ой, по своим стреляю! А, блин, Вуди! Ребята, кто хочет записывать с нами, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти с нами и записать. Вот сегодня записываю двое новеньких подписчиков. Но не прям... Пацаны, ну как вам? Битва была. Ну как вам, хлопцы? Интересно, они залезут ко мне сюда или нет? Они не убивают. Не убивают? Не убивай их. Они моментально, да, как-то убивают вообще? Да, а нельзя вообще. Убежать, тут скример. Залезет, не залезет? Пацаны умирают только так. Давайте их поставим в разных местах спауны, чтобы они как-то выжили. Потому что я буду так же самое с ними сливаться. Вот так даже сделаем. Ну что, пацаны, я вам немножко помог? Да.
Теперь вы умираете немножко медленнее. Так, никто ко мне залезть не может. Ого, там что творится? Они такие быстрые. Давайте спрыгнем. Не, мне кажется, это нереально, да, выжить с ним вообще? Они очень жестко мочат. Очень жестко. Блин, они такие... А их невозможно убить? Можно. Возможно. Возможно? Димас, бери эту пушку и просто шмаляй. Все, хорошо, я так и делаю. Давай, я тебе помогу. Ой, чуть-чуть надо подудалить. Сильно много поставил. А вот так вот. Но они не все умрут, но парочку сдохнет. Ага. Ай-яй-яй. Не? Не хотят? Не. Не, не хотят умирать. А вот, а, не, мы только мы хотим, да, умирать? Хорошо, есть другие у меня бомбы, которые их точно убьют. Проверенные годами. Три, два, один. Прощайте. Видите? Умираю. Все умерли, не? Ой. Ой. Не. Все, теперь все умерли. Ой, как лагает. Не, я их еще удаляю, вот сколько. Еще штук 20 осталось, но они где-то зависли. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, черный гад. Стаканчик, фонтан, Нига IP, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Все ждали давно, чтобы мы сняли каких-то классных монстров в Гаррис моде. Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой монстр самый крутой?». Будем не просто делать на них обзор, а еще должны будем их каждого замочить. Если опять кушайте, приятного аппетита. А у нас обзор монстров Сленд Дитюбилис 2. Извините, если не так прочитал, но как есть. Погнали. Первый у нас Дипси Чейнсау. Этот челик просто смешно бегает. И вот так вот мочит. Эй, не попади уже по ним. Косожопы, что ли? На, по башке. А ну-ка, пусть меня убьет. А ну, убей меня. Вот это накидываю, просто накидываю. Не убил. А ну, иди сюда. Ого. Это было красиво в голову. Но это обстоятельства, так бывает. Ну умри ты, падла! Не хочешь? Дипси лайк. Эй, псих какой-то. Похоже на телепузиков. Но это он и есть, а какие-то стрёмные. Он так машет ногами и руками, но еле бежит. Это очень странно. А ну запили его. Можешь запилить? Или... Ого, он тебя ногой затоптал. Ха-ха, нормальный псих. Давай, давай, мочи его. Странный он, странный. Сейчас я зарежу свой миниган. Да, этот миниган, чувствую, будет нагибать сегодня всех. Следующий, Лала. Так и зовут. Ого, он кричит. Ого, псих, успокойся. А ну, замочи меня. Нормальный. Посмотрим, как он пацана умочит. У нас есть камера приближающая. Так, побежал, побежал. Так прикольно, руками машет. Давайте все-таки возьмем снайперку. У нас есть классные снайперки. Вот. Это очень мощная. Попробуем вынести им. Не так уж и просто вынести его. Да, пацаны, сложновато. Ну-ка. Слышь, сдохни, сколько у тебя жизней? Вообще неадекватный. Эй, я сейчас опять возьму свой нормальный миниган. Вот, все-таки он меня заставил это сделать. Только я направил сразу за мочейшем. Следующий по. Опа, пошел, пошел. Это крабик. Это крабиком можно. Крабик? Да. На тебя порезал, прикольно он режет. Кстати, кто не знает, ребята, в них можно вселяться. Я успел, я успел. А ну-ка, давайте я буду сегодня боссом. Чуть-чуть побега. Замочите меня. Какая-то анимация у него странная. Эй, я просто стоял как лох. Хорошо, следующий у нас Рик Астли. Воу! А, музыка просто. Извини, чувак, ты так надо еще разок.
как щенка просто. Давайте тупо побросаем. Вот скинь туби. Ого, крик. Ты что, ненормальный что ли, психопат? Я его расставлю этот, в коллекцию, потому что реально круто смотрится. Эй, еще покричи. Ха-ха, прикольно орет. Псих какой-то. Мочи, мочи, мочи его. Так, попробую его замочить. Ой-ой-ой, Чехов красава. Ого, у нас следующий. Я так понимаю, что это какой-то кабан здоровый танк. Ого, я тебя боюсь, отвали. Это Халк какой-то. Это Халк недоделок. Ого, у него мышцы, да, какие горы мы. Шц. Да, еще тебе одного. А че он ни о чем? Да вообще какой-то конченый. Тинки и Винки Классикс. Ого. Давай, 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 давай. Эй, ты быстрый очень. Кстати, он разгоняется и разгоняется. Все быстрее и быстрее. А ну, как он будет пацанов мочить? Ого, еще одного убил. Может, он бессмертный? Не, он смертный. Просто надо больше пульс садить. У него намного больше КП, чем маленький. У обычных, да? Эй, отвали, я боюсь. Вообще псих. Нагибайте его. Вот это рожа. Какая отвратительная рожа. Ставьте лайк, всем подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать очень веселый режим, который вам нравится, поднимать вам настроение. Красавчик Фонтан, молодец. Так, и последний Тинки Винки Тубикрафт. Ого. Это Майнкрафт. Это с Майнкрафта, да? Вот это жесть какая-то. Это та самая рожа. Это какой-то инопланетянин. Тогда неадекватный. Сейчас мы его убьем, я поставлю всех монстров. И там уже будем смотреть, кто из вас самый сильный. Это инопланетянин какой. Ой, я знал, что... А вы пробовали перепрыгнуть? А, ого, Спайдермен даже не смог. Не под силам никому. Убивайте, убивайте его. Сможете, не? Замочите, замочите его. Блин, перезаряд. Так ты смотри, мочит всех, а? Вообще жесть. Какой-то неубиваемый, что ли? А ведь он бессмертный. Да у него миллион смертных. Надо нормально просто попадать. Иди сюда. Да. Есть. Красава. Ты говорил, видишь? А ты говорил, видишь. Так, теперь у нас будет все монстры разом. Но сначала хочу поставить вот этих больших, они реально круто смотрятся. Ну что, толпа бешеных монстров. Ого, все, лимит. Вот это жесть, сколько их. Они проходят, а че они читеры, нормально ходят они. Они лучше не проходят, могут заходить даже. Смотрите, как мы их будем сейчас нагибать всех. Ого, он ко мне идет. Слышь, не иди ко мне. Давай, давай, давай. Попадаю четко, прям по голове и по спине. Так, у нас есть какая-то оружка, по-любому лучше. Ого, это было больно. Он меня в землю вмял просто. Отвали, отвали. Ого, не кулачище, вы видите? У них аж вены на руках торчат. Там дым, там дым. Так, давайте мы еще добавим парочку таких. Бензопилами. Они будут между собой воевать, мне интересно или нет? Так, этот музыкальный Феликс. Ого, что творится? И туда побежали, и туда побежали. Ого, аж подлагало у меня. Это что, в резерве стоят, не хотят? Я взорву себя. Че, пацаны, получается? Идет, идет ко мне, я спрыгну. Последний момент. Ой, оно тоже спрыгивает. Ого, пацаны. Попробуем в воду убежать. Может, все-таки в воде есть у меня как-то какой-то шанс выжить. Смотрите, смотрите, под воду все. Под воду, под воду. Я слышу, как они руками машут, чтобы меня ударить. Не, пацаны, я боюсь вас. Поплывем сюда. Они прям подо мной?
Ой, блин, жизни мне не будет. Че, вы живые или вас убивают и убивают? Я живой, я этот, в воде. Он меня догоняет, убил. Так, давайте попробуем сначала взорвать маленькие бомбочки. Так, у нас есть СЦ-100. Я в небе нарисовал крест из бомб. Ай, слабые, слабые, очень слабые. Ладно, давайте сразу не будем мелочиться. Вот таких сюда, вот таких. И теперь у нас кто из монстров самый живучий? Проверяем. Ну, мы уже знаем, кто самый живучий. Это вот эти из Роблокса. Ух ты. Они еще орут? Да, вот они. И только они выжили. Нифига себе, их сколько еще осталось. Нормально так. Так, ну что, давайте тогда последнее посмотрим, насколько они способны, насколько они живучие. Ставлю. Самый живучий ставлю. Сейчас мы взорвем ядерную бомбу. Ого, они орут. Ну вас к чертям. Какие-то неадекватные. Будто они поют. Тогда. Бегут, бегут ко мне. Да отвалите, я их боюсь. Че, пацаны, они вас убивают? Убивают, я вижу. А, смотри, они еще. Они тупые, они не могут прыгать. Они могут. Вот, давайте вот это взорвем. Самую слабую в этой игре. Они зависли. Убирают? Я вижу, они стоят. Ого, орут. Вы че? Вообще неадекватные, что ли? Хорошо, это единственная бомба, которая убивает всех. Ого, что творится? С неба летят ядерные какие-то взрывы. Все взрывается. Ого. Они не умираем. Я буду под водой. Ё-моё. О, наконец-то они умерли. Убили? А чё они так кричат? Я слышу, они живые. Очень неадекватные, что ли? А, тут еще есть. Еще. Убил? Вот они, вот они. Вот они. Я бегу, пацаны. Вот это крики. Аж какой-то нагнетают это... страх своими криками. Вот они. Они вот тут спрятались. Ты че? Ныкаешься? Сейчас, пацаны. Сейчас оружие. М9К. Сейчас, сейчас, стойте. Я прям сейчас в них и жахну. Отлетаем на безопасное расстояние, которого не существует. Щетка. А что такое, не? О, я выжил. Я выжил. Убила их? Нет, еще разок. На вся... Нет. Мне кажется, о, вот что их возьмет. Так пусть всем там и стоят. А ну на, попей. А ну вот так вот. Гранаты должны красные по-любому их убивать. О, убило, смотрите. Вот что их убивает, красная граната. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Радекс, Гуф, Васаби Скромник, Куёка, Чебузаврик, Сидор, Фазер. Пацаны, поздравайтесь. Всем здорово. Привет. Вышли крутецкие моды на NPC с игры Halo. Поэтому, если опять кушайте, приятного аппетита. А у нас какой монстр самый крутой? Поехали. Ну что, пацаны, первый у нас Флют Карьер. Так, что он может? Это что за чуботы? А я не знаю, давайте просто сначала поизучаем их, а потом они будут нас дамажить. Просто ходит. Ну что, пацаны, я сделал так, чтобы он нас атаковал. Посмотрим, что они умеют. Нифига себе с него выпало, видели сколько челиков? Мочите их, мочите! Короче, ребята, используем тоже оружие с Hello игры, поэтому у нас все сегодня по тематике. Всех убили? А нет, еще есть. Нифига себе, прикольные NPC-шки, мне нравится. В зомби превращают, точно. И он с оружием идет? Да, с твоим оружием. Дофигеть, Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, стараемся записать что-то очень крутое и актуальное. И надеюсь, у нас это получается. Так, ребята, ну что, давайте шутки прочь. Сейчас, ребятушки, я возьму очень мощное оружие. Ты, скотина. Прощай. Ребята, красивый выстрел. Ой-ой-ой, разлетелся.
Так, хорошо, аннулируем карту, потому что это прям битва. Обратите внимание, поставил одного NPC, и уже началась просто война с одного. Следующий у нас Flood Combat. О, это сразу вот этот, который выпал. Это зомби, да. Да-да-да, нифига себе он прыгает. С оружием ходит, да ладно, ты чё, читер? Круто, кто его сжёг. Смотрите, как прям сделана анимация, они прям разлетаются на куски. Это просто 5 из 4. Это прям лучше, чем ожидалось. Ну что, Flood Combat, Жиратхан какой-то. Ого, это я, слышь, мужик. Подожди, это Халк какой-то или кто это? Это этот. А что он может? Подождите, давайте посмотрим, как он дамажит. Это какой-то улучшенный этот. Нифига себе, он прям по голове прыгает. Ай, больно. Мне интересно, оружие заберет или нет? Смотри, смотри, что делает. Он просто меня ударит, он дамажит. Бум! Его спарили. Офигеть. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика я поставлю всех NPC, и мы против них будем воевать. Это будет очень круто. Flood Combat Sunshine. Невидимый, да ладно. А где он? Вот он прыг... А где он, подождите. А, вот он меня дамажит. Но его как-то видно. Неплохо, неплохо. Даже не знал, что невидимый NPC у нас есть. Кстати, ни разу такого вообще не было, что невидимка прям круто атакует. Все, мы его сожгли, видно, как кишки горят. Flood Combat Синджей. О, так это невидимый с оружием. А где он? Ах ты тварь, смотрите, дамажил меня красиво. Так, давайте оружие возьмем против него. Я думаю, что вот этот будет вообще прекрасно. Где он? Мы его убили, да? Да, вроде. Да, где, убили. Кстати, они после смерти превращаются в рэгдолл. Flood Combat Spawner. Ладно, спаунер мы не будем ставить, потому что я представляю, что это будет. Flood Edge Suck. Так, внимание, что он делает? Давайте я понажимаем на него. Может, что это за такие кусок? Кусок кишок. Ой-ой-ой, прикольно. Разлетается только так. Отлично. А, не отлично. Еще один. Слышь, отвали от меня. Эй! Автомат, перезаряжайся. Эй, да успокойтесь. Звуки этих автоматов. Да блин, прикольно сделано. Хорошо. Flood Hive Mint. Нифига себе! Вот это прикольный NPC-шка. Ребята, обязательно в конце ролика напишите, какой NPC больше вам всем понравится. Все, мочим его. Мочим, мочим, все стреляем. Сколько у него жизни, интересно? Эй, кто меня дамажит? А, мы, наверное, перекрестный огонь. Да сколько у него жизни? Причем вы взяли по вот этим каким-то автоматам, сколько по ним надо стрелять. Так, я понял, сейчас мы возьмем оружие какое-то поярче. Не, это будет очень читерски. В зомби превратило меня, смотрите, анимация есть. Короче, надо делать подробный прям обзор этого мода, потому что, смотрите, я перевоплотился с оружием и пошел. Я не могу управлять, да? Ай-яй-яй, я горю. Им тогда я тебя убью. Так, чем же его поломать? Хорошо, ребята, у нас есть оружие, которое всегда может сделать чудеса. Давайте проверим, 7000 жизней или нет. Я уничтожил его, ребята. Смотрите, как прикольно анимация сделана. Вам видели, да? Это монетка. Это монетка. Flood Infection Form. Infection. Ой. Так, понял. Flood Infection Spawner. Ладно, не будет. Flood Mortar. Стреляем. Блин, я отравленный, пацаны. Так, надо что-нибудь эпическое кинуть в него. А, да, можете мочить его. Монеткой, может быть? Не, монетка уже была. Знаете, что надо? Надо не монетка, а надо... Бестрел. Ты думаешь? Ну, можно и петух админский. Это было красиво, ребята. Такое я люблю. Flood Ranger. Ranger. О, что это за челепиздрик? Эй, успокойся. Чем он стреляет? О, у него шипы, смотрите.
Так, интересно, я в зомби превращусь или нет? Нет. Так, подождите, пацаны, не стреляйте. Давайте проверим, что будет, если он меня превратит. Неплохо, да-да, может, как пулемет какой-то. А, просто убивает. Просто убивает. Слышь, тварь, успокойся. Не умирает. Блин, ну анимация смерти прям шикарнейшая. Флут спавнер, флут сквад тайп А. О, прям слова этот. Армия, мини-армия. Это отряд. Так, хорошо, давайте возьмем оружечку. У нас есть, например, красные гранаты. Что, подлецы, вы же не такие умные? О. Мне кажется, ты слишком умный для них. Все, смотри. Ребят. Эти гранаты какие-то читерные, они что-то убивают. Ну смотри, как прикольно разлетается, это же эпично. Я набрал дело, чтобы разнообразный ролик был. Разным оружием мочу. Прикольно, остаются прям кишки из жопы. Так, продолжаем, ребята, потому что это еще не конец. Pulut Squad Type B. Ух ты, это прям пожестче. Вместе с Халком нападают. Пацаны, ну что, давайте мочим их. Не будем мелочиться, да, сразу? Надеюсь, я выживу. Дим, тут еще невидимка. Да? А я сейчас и подлечу. Ну что, красиво я это сделал, ребятушки. Дим, ты из GTA орбитальную пушку достал? Да. Так, нифига себе, они еще возрождаются. Прям какие-то читерские NPC-шки. Я не знаю, это с Halo, я игру эту не играл, но я так понял, что там NPC крутые. Плут Сталкер Форм. Похоже или нет с игры? Они очень похожи. Прикольный монстр. Видите, что он делает? Как разлетается красиво. Так, Флут Танк Форм. Это танк. Он тут ищет. Давайте стрельнем красиво базукой. Ой, красиво. Мне понравилось. Давайте зарядимся. Это еще раз загасанем, только уже другого NPC-шку. Ну что, у нас теперь есть Пур, Флут, Спамнер. А, это все спамнеры. Ну что, ребята, как и обещали, в конце ролика у нас будет жесткая битва. Ребята, запасайтесь пока мись оружием, а я их буду расставлять. Ребята, ну что, я поставил всех NPC по одному. Спамнеры не решил ставить, потому что будет просто вакханалии. Скорее всего, что Гарриспот не потянет то, что мы тут затеяли. Последняя волна. Все NPC одновременно. Погнали. Ого, пацаны, с пушек гасят. Ребята, мы не должны допустить войны. Ну что, держи красиво РПГшечка. Бум, не попал. Так, надо защищать фланги. Бежит, бежит, бежит. Я не пропущу. Развалили, молодцы. Бум. Ай-яй-яй-яй-яй, дамажи, челепиздик пришел, помогите. Тварь! А, нет, больше зарядов! Ах ты, тварь, а! Отвали от меня! А, я зомби превратился, я не смог! Офигеть! Все-таки смогли превратить меня в зомбака! Блин, ну это жестко, это жестко! Дим, мы допустили заражение. Да, кстати, допустили, да? Да, допустили заражение, много кто заражен. Поэтому, ребята, сейчас мы сделаем красивую эпическую зачистку карты. Вы готовы? Взрыв? Я пару бомб только скину, небольших. Бомбочки маленькие. 3, 2, 1, 0. Пуск. Эй, бомбы. Не просирайте. О, все, полетело. Ой, я не знаю, я что-то многовато накину, но я думаю, сейчас взорвутся. Ой-ой-ой, что я наделал? Ну, вроде бы нормально. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики. Еще.